снова заменю Владимира Владимировича Бьюркова, но это, наверное, будет второй раз и последний за семестр. Сегодня мы поговорим про туннельные полевые транзисторы как интересную альтернативу для обычных КОМОП-транзисторов, в котором происходит управление внутризонным термоэмиссионным током. И основная идея лекции будет в том, что туннельные транзисторы обладают потенциально очень низким энергопотреблением. А проблема энергопотребления, как вы знаете, она является одной из ключевых в современной интегральной схемотехнике. Я для начала дам некоторую мотивацию, почему этим люди, инженеры, там, физики интересуются. А потом мы уже более подробно рассмотрим сначала принцип действия туннельного транзистора. Я порисую некоторые зонные диаграммы, надеюсь, на таком рисуночном уровне будет понятно. И в конце лекции мы, наверное, даже формулу успеем повыводить для его вольтамперной характеристики и посмотрим на некоторые свежие результаты в презентации, чего смогли в этом плане достичь. Для начала хотелось бы понять, чем определяется тепловыделение в интегральных схемах. Мощность, которую потребляет полевой транзистор, складывается из двух частей. Первая из них – это активная, которая связана с тем, что мы перезаряжаем конденсатор между каналом и затвором с частотой F. F – это frequency, тактовая частота, C – это емкость затвора по отношению к каналу, VG – это напряжение на затворе. Ну, здесь можно рядом нарисовать принципиальную схемку такого транзистора. Здесь у нас затвор, gate. На него подается управляющее напряжение, которое открывает и закрывает канал. Здесь у нас подзатворный диэлектрик. Ну, чаще всего это какой-либо из оксидов, например, CO2, или в современных технологиях это могут быть что-то типа диоксида гафния или ванадия. Здесь контакты истока, source, и стока, drain. И здесь у нас легированная подложка. Легированная таким образом, что карманы легированы одним типом, например, N-типом, а подложка легирована P-типом. Вот. Ну, как такой транзистор работает, я уверен, что вы все знаете. Это прямо самое важное, что нужно знать из этого курса, как работает полевой транзистор. Кто не знает, поднимайте руку честно. Не бойтесь. О, ну, а еще честнее. Ну, правда. Давайте. Хорошо, два человека не знают. Это прибор, сопротивлением которого между контактами сток и сток можно управлять с помощью третьего контакта затвора, который электрически изолирован. В состоянии, когда у нас нет напряжения на затворе, структура является непроводящей, потому что здесь один PN-переход, и здесь встречно включенные к нему. Пытаемся подать здесь напряжение, ток не течет, потому что либо здесь блокируется, либо здесь блокируется. Ну, потому что у нас как бы электронам нужно, чтобы войти в канал, преодолеть барьер. Вот. Этот барьер они преодолевают благодаря своей тепловой энергии. Когда мы на затвор напряжение подаем, в этом случае мы подаем напряжение положительное, плюс VG, то у нас происходит следующая ситуация. Электроны отовсюду, из глубин P-легированной подложки, их там чуть-чуть есть, из контактов, из легированных, из контактов металлических, они всюду начинают подтягиваться к месту положительного потенциала. И здесь образуется проводящий N-канал. Вот, так называемый инверсионный слой. И электроны-то эти притянулись, но они не могут уйти в затвор там, где у них, где положительный потенциал, куда они притягиваются, потому что их останавливает слой барьерный оксидный. Вот. Таким образом, когда мы подали положительное напряжение на затвор, PN-переходы, по сути, истерлись. То есть электрон легко проходит из N в области в N область и снова в N область. Транзистор включается. Если теперь рисовать его так называемую сток-затворную характеристику, ее удобно рисовать в двух масштабах. В логарифмическом логарифм тока source drain,
от напряжения на затворе gate, то получается, что до некоторого напряжения, которое условно мы назовем напряжение открывания V threshold, у нас ток экспоненциально мал. Ну, логарифм тока, соответственно, может быть отрицательным. А здесь, когда после напряжения открывания, он начинает медленно расти. Если теперь попробовать нарисовать то же самое в масштабе стандартном, не логарифмическом, то ток как функция напряжения на затворе до напряжения включения у нас будет очень-очень маленьким. А потом начинает расти практически линейно. Линейно, потому что концентрация носителей заряда в проводящем канале, она связана с напряжением на затворе простой формулой. Емкость умножить на напряжение на затворе – это элементарный заряд на концентрацию носителей. Это просто формула для заряда конденсатора. Q равно CV. Соответственно, рост тока с увеличением напряжения на затворе с хорошей точностью является линейным. Эти картинки нам, кстати, дальше понадобятся. Мы будем их анализировать в связи с проблемой энергопотребления и туннельных транзисторов. Так вот, есть активная часть мощности у транзистора полевого, которая тратится на постоянную перезарядку конденсатора. Затвор-канал, когда мы этот транзистор включаем и выключаем. То есть все логические операции в интегральных схемах происходят при подаче напряжений на затворы транзисторов, переводя их состояние вкл в состояние выкл. Это кодирует нули и единицы. Есть еще и дополнительная часть мощности, которая является пассивной, и она дается выражением ток выключенного состояния умножить на тянущее напряжение на стоки. Это объясняется следующим образом. Всегда в интегральных схемах у нас транзисторы находятся под тянущим напряжением. То есть на стоке всегда подано некоторое напряжение в drain. И даже когда транзистор закрыт, то он является чуть-чуть, но проводящим. У него есть маленькая проводимость и маленький ток выключенного состояния. И в связи с этим он чуть-чуть мощности потребляет за счет этого остаточного тока. Важно, что когда мы на затвор уже подали напряжение, и транзистор перешел во включенное состояние, то мощность перестала потребляться, потому что сюда в затвор ток утечки никакой не идет. И, соответственно, мощность появляется только при переключении. И это отражается тем фактом, что вот здесь стоит frequency, частота переключения, выражение для мощности. Так вот, да. Да, этот вопрос достаточно прост, ответ здесь достаточно просто получить, если нарисовать зонную диаграмму в направлении от истока к стоку в направлении оси X. Здесь в отсутствии поданных напряжений, поданного напряжения на затвор и при малом напряжении на стоке, у нас зонная диаграмма примерно такая. Здесь N-легированные контакты, здесь P-легированный канал. Ну, здесь небольшое напряжение на стоке подано. Затвор управляет положением вот этого горба, положением этого холма, через который электронам нужно перепрыгнуть. Значимый ток появляется, когда этот холм практически исчезает. То есть его высота изначально, ну, порядка запрещенной зоны. Это встроенное напряжение. Когда мы подадим напряжение на затвор такое, что штриховые линии, уровень потенциальной энергии под затвором практически совпадет с уровнем потенциальной энергии в истоке, то пойдет огромный ток. То есть нам необходимо устранить барьер для электронов,
который инжектируется из контактов в канал. Или, другими словами, нам нужно забросить уровень Ферми в приповерхностном слое практически в зону проводимости. Вот это и есть тот самый момент the threshold. Хорошо. Вот есть два слагаемых в мощности, и, соответственно, нам нужно ее минимизировать. Вы знаете, что основной проблемой масштабирования в современных интегральных схемах является как раз тепловыделение. То есть мы не можем увеличивать частоту дальше, потому что интегральные схемы у нас сильно греются. И проблема уменьшения мощности, она вообще самая актуальная в современной наноэлектронике. Что здесь можно с этим полезного сделать? Можно frequency уменьшить, но это нам не хочется, потому что тактовую частоту хочется оставить большой. Вот самое такое слагаемое — это VG, gate voltage, то есть напряжение, размах напряжения, который нам нужен для того, чтобы перебросить транзистор из выключенного состояния во включенное. То есть, по сути, это вот отсюда сюда. Сколько напряжения на затвор нужно подать, чтобы транзистор включить. Или здесь, ну, примерно отсюда сюда. Конечно же, здесь это понятие включить, выключить, оно достаточно условное. В микроэлектронике считается, что ток нужно изменить где-то на 4 порядка. И проводимость канала нужно изменить где-то на 4 порядка. То есть отношение вот этого тока к вот этому току, которое я обозначу как и on к и off, оно должно быть порядка 10 в 4. Это никакая не фундаментальная константа, это просто инженерная цифра для того, чтобы меньше ошибок было в связанных с нечетким распознаванием нуля и единицы в интегральных схемах. Вот, соответственно, это разница в токах, а десятичный логарифм тока должен отличаться на 4. То есть, ну, да, LG и он делить на и off равно 4. Не, если бы логарифм в 10 четвертый раз отличался, нет, такого не бывает. Вот, поэтому... Вот теперь мы на эту картинку смотрим и хотим на самом деле одновременно оставить большой ток включенного состояния. Ток включенного состояния большой нам нужен, чтобы каждый следующий транзистор быстро заряжал следующие элементы. Это нам тоже для быстродействия надо. Маленький ток закрытого состояния хотим оставить, потому что здесь он тоже важен для минимизации мощности. Ну и у нас остается единственное, как бы, какая степень свободы у нас остается, чтобы... создавать лучший транзистор. Это наклон этого графика. То есть такой транзистор, который с хорошим, с крутым наклоном с ток-затворной характеристики, он условно хорош для задач низкого энергопотребления. А транзистор, который с пологим наклоном, он будет плохой, потому что у него нужно больший размах напряжения на затвор подать, чтобы увеличить ток на 4 порядка. Ну и самый идеальный будет, который, у которого эта зависимость будет практически вертикальной. И здесь понятно, что хочется сделать. Хочется максимизировать величину логарифмической производной тока по напряжению на затворе. Вот эту штуку мы хотим максимизировать. Это называется подпороговая крутизна, по-английски subthreshold slope. И я говорю о токе, но если у нас транзистор по вот этому напряжению находится в линейном режиме, можно считать, что нам достаточно максимизировать производную кондуктанса проводимости по напряжению на затворе. Это эквивалентная задача. Соответственно, возникает интерес найти транзисторы, в которых эта величина будет очень большой. Вы, наверное, обсуждали уже на прошлых лекциях, каков фундаментальный предел этой величины в полевом транзисторе вот такого типа, как я здесь нарисовал с высотой барьера, который управляется затвором. Есть какое-то фундаментальное ограничение, чем
она ограничена. Температура действительно входит сюда, и чем горячее транзистор, тем действительно нужно будет больше напряжения, чтобы перебросить его из состояния off в состояние on. Все-таки более конкретно, там какие-то константы нужно добавить, чтобы... Что? Токовые утечки? О. Типа, чем меньше, тем больше будет их. Конечно, но вот теперь мне хочется эту величину и off, токи утечки, токи закрытого состояния, как-то связать с температурой и получить вот именно на эту величину ограничение, в которую войдет, видимо, КТ и какие-то фундаментальные константы. Да, это действительно так. Сейчас я объясню, почему. То есть эта величина в обычном MOP-транзисторе для MOSFET, она меньше или равна, чем E поделить на КТ, где E — это элементарный заряд. По размерности это как раз напряжение и... ну, вы, наверное, все знаете, чему равно КТ в электрон-вольтах. КТ поделить на Е. Это сколько при комнатной температуре? Одна сороковая, давайте, в миллиэлектрон-вольтах. 25 миллиэлектрон-вольта. Это 25 миллиэлектрон-вольт. Соответственно, чтобы изменить ток транзистора в E раз, необходимо приложить как минимум 25 милливольт напряжения к затвору. А чтобы изменить его на порядок, нужно приложить как минимум, там еще умножается на натуральный логарифм 10, 60 милливольт. И возникает такое магическое число 60 милливольт на декаду. Сейчас я объясню, что оно значит. Напряжение на затворе, которое нужно приложить, чтобы изменить ток транзистора на порядок, здесь уже натуральный логарифм стоит, оно больше или равно, чем 60 милливольт. Ну, иногда добавляют на десяток тока. То есть, чтобы ток в 10 раз изменить, нужно приложить как минимум 60 милливольт. Ну, это эти две цифры друг между другом связаны. Как это выводится? Это очень просто. Вот прямо методом пристального взгляда на зонную диаграмму это выводится. Можно считать, что ток транзистора в закрытом состоянии, он, ну или в состояниях близких к закрытому, он будет пропорционален количеству носителей, которые могут преодолеть энергетический барьер. Носители заряда, в принципе, подчиняются распределению Ферми, но так как уровень Ферми в не сильно легированных полупроводниках лежит где-то в запрещенной зоне, то в зоне проводимости это уже Больцман с хорошей точностью. Соответственно, так, это я, наверное, уже сотру. Соответственно, можно считать, что ток в состояниях близких к выключенному, он будет пропорционален интегралу от больцмановской функции распределения по энергии. Больцмановская функция распределения – это экспонента в степени минус энергия, деленная на КТ. Только интегрировать нужно не от нуля до бесконечности, а от тех энергий, которые способны к преодолению энергетического барьера. То есть от энергий, находящихся выше высоты барьера U-barrier. От U-barrier до плюс бесконечности. Соответственно, вычисляем это, получаем, что это будет просто КТ на экспоненту в степени минус высота барьера делить на КТ. И это, естественно, ток у нас экспоненциально мал. Чем выше барьер, тем ток у нас будет экспоненциально меньше. Соответственно, если мы возьмем, если мы эту формулу продифференцируем по высоте барьера, сначала возьмем логарифм, а потом продифференцируем, то экспонента у нас уйдет, и уже отсюда у нас получается,
что d логарифм i по d высота барьера, он равен 1 поделить на kt. Вот, это производная тока по высоте барьера. Ну, а дальше у нас возникает задача связать высоту барьера с напряжением на затворе. Ясное дело, что когда мы подаем напряжение на затвор, то у нас высота барьера снижается от некоторого начального значения у 0 до значения, которое пропорционально напряжению на затворе. То есть это такая приближенная формула, я потом могу объяснить, в чем ее приближение. Подаем положительное напряжение на затвор, высоту барьера снижаем. Подали 1 вольт на затвор, снизили барьер примерно на 1 электрон вольт. Вот, собственно, эта формула и выражает. Соответственно, дифференциал высоты барьера – это минус элементарный заряд на дифференциал напряжения на затворе. Отсюда можно элементарно переписать формулу для производной тока по высоте барьера, формулу для производной тока по напряжению на затворе. Это уже будет меньше или равно, чем Е поделить на КТ. Вопрос какие-нибудь задайте? Понятно все? Не, если непонятно, не стесняйтесь. То есть, действительно, мне правильно дистанционные слушатели подсказали, что токи утечки через барьер, который у нас существует без напряжения на затворе, и который продолжает существовать, когда мы даже запирающее напряжение подаем, эти токи утечки определяют у нас предельную крутизну сток-затворной характеристики. И ее хочется преодолеть каким-то образом. Так вот, возникает идея, а, наверное, если ток будет другой природы, если это будут не носители, перепрыгивающие через энергетический барьер, а носители, просачивающиеся через энергетический барьер благодаря туннелированию, то это ограничение может быть преодолено. Ну, и это действительно так, и возникает как раз концепция туннельного транзистора. Сейчас я постараюсь нарисовать его зонную диаграммку и объяснить, почему же там происходит это самое преодоление. Вам на прошлой лекции рассказывали про так называемые транзисторы с барьером Шотки. Было такое? Совсем чуть-чуть. Ну, хорошо. Это на самом деле хорошо, что вы их так вскользь прошли, потому что это был некоторый предвестник туннельных транзисторов, который не удался. То есть там где-то лет 10-15 даже их исследовали в надежде преодолеть термоэмиссионный предел крутизны переключения, но ничего не получилось. Причем не получилось даже не по технологическим причинам, а потому что это фундаментально нельзя. И существует на самом деле одна практически конфигурация туннельных транзисторов, где этот термоэмиссионный предел может быть преодолен. Транзистор выглядит следующим образом. Есть три области легирования. Дырочная, нелегированная и электронно-легированная, PIN. В состоянии равновесия у нас уровень Ферми постоянный, а зонная диаграмма имеет вид такого каскада ступенек. Давайте его даже так сильно легируем, чтобы уровень Ферми здесь совпадал практически с краем зоны. Вот такая структура. Здесь исток source, здесь канал под затвором, здесь нейтральная область, она подзатворная, гейтированная, и N-типа у нас сток. Для начала, чтобы дать вообще какой-то повод для протекания тока, давайте на этой зонной диаграмме подадим напряжение на сток, drain voltage.
соответственно, мы подтянем эту часть зонной диаграммки вниз. Подали напряжение VD. Теперь, но транзистор плохо проводит, конечно же, как и тот полевой транзистор MOSFET без напряжения на затворе плохо проводит, так и этот будет плохо проводить. Ну, потому что здесь носителями заряда являются дырки. Дырки вообще у нас как бы, они как пузырьки воздуха, они хотели бы всплывать, но некуда им всплывать. Здесь край зоны. Электронов здесь, которые могли бы скатиться с барьера под действием тянущего напряжения, тоже очень мало, потому что полупроводник сильно пелегированный. Ну и здесь, как легко понять, дырок тоже очень мало, потому что полупроводник сильно энлегированный. Вот, соответственно, вот такие прямые термоэмиссионные пути, они очень маловероятны, потому что термически активированных носителей у нас почти нет в этой структуре транзистора. Единственная возможность могла бы появиться, если бы мы сюда подали большое положительное напряжение на затвор. Точнее, мы в итоге-то захотим сделать его небольшим, но на этой схеме нужно сделать так, чтобы появилась энергетическая возможность для туннелирования. Здесь новую линию я рисую для включенного состояния транзистора, а старую, которая соответствовала выключенному, я сделаю штриховой. То есть то, что у меня штришками, это выключенное состояние транзистора, а то, что сплошными линиями, это состояние включенное. И вот теперь вы видите, что здесь может произойти. Здесь может произойти туннелирование между зоной валентной в истоке и зоной проводимости в канале. То есть как раз открывается возможность для такого транспорта. Здесь удобнее рассуждать не на языке электронов и дырок, а считать, что что валентная зона все-таки у нас заполнена электронами, ну и есть некоторые пустые места, которые можно назвать дырками. Так вот, эти электроны из валентной зоны прорываются здесь в зону проводимости. Далее они прыгают просто по зоне, ну реально движутся там по законам диффузионно-дрейфового транспорта и, наконец, скатываются вот с этого оставшегося барьерчика. Соответственно, мы... Что в этом транзисторе происходит в отличие от прошлого? Там ток, который проходил через барьер, он зависел, ну, можно сказать, непрерывным образом от напряжения на затворе. Пока барьер был высокий, он был экспоненциально мал. Когда барьер становился ниже, то он становился все больше, больше и больше. А здесь, на самом деле, даже экспоненциальной зависимости нет. То есть ток строго отсутствует в состоянии со штриховыми линиями. Лишь незначительный вот этот вот ток неосновных носителей. А потом, когда дно зоны проводимости пересекает уровень края валентной зоны, то он резко появляется. И вот резкость его появления, она никак не связана с КТ. Она связана с резкостью краев зон, которая знает о зонной структуре полупроводника, но не знает ничего о температуре. И ток появляется здесь именно в тот момент, когда происходит перекрытие зон. Здесь давайте вот нам понадобятся уровни край зоны проводимости в истоке E-valence и край дна зоны проводимости в канале E-conduction. Соответственно, можно нарисовать зависимость тока туннельного от напряжения на затворе. И здесь он 0, 0, 0, 0, 0, потом оп, поехал.
ну, вот какой здесь закон, по какому закону он поехал, по линейному, по квадратичному или по более интересному, мы постараемся вывести на второй половинке лекции. Но важно, что туннельный ток здесь был нулем и стал конечной величиной. Конечно же, есть еще маленький ток утечки неосновных носителей, то есть вот здесь можно назвать его как и leakage. Вот, но он здесь реально очень малый, потому что, ну, потому что электронов в P-легированном контакте мало и дырок в N-легированном контакте мало, а только они могут участвовать в транспорте, как видно из нарисованных стрелочек. Вот этот момент соответствует тому, что край зоны валентной в истоке совпадает с краем зоны проводимости в канале. Как раз тогда у нас начинается межзонное туннелирование. Ну и теперь достаточно просто понять любую функцию, которая обращается в ноль при некотором напряжении, а потом растет степенным образом. Для любой такой функции логарифмическая производная стремится к бесконечности. Вот, допустим, рассмотрите функцию типа парабола. F от x, здесь x, здесь 0, а здесь x квадрат. Логарифмическая производная f по x, это что такое? Нет, давайте лучше линейную возьмем, для нее вообще будет проще. Для нее логарифмическая производная будет просто 1 на x, и она будет у нас стремиться к бесконечности при x стремящемся к нулю. Давайте так. Вот, она будет стремиться к бесконечности. И принципиальное отличие этого транзистора от обычного MOSFET состоит в том, что в туннельном транзисторе ток при перекрытии зон обращается в ноль, а в транзисторе с барьером он к нулю только тянется по экспоненциальному закону. Вот здесь я опять могу подписать, что это туннельный транзистор, tunnel field effect transistor, а этот транзистор с высотой барьера, управляемый затвором. Один, у одного ток уходит в ноль резко, а у другого он к нулю стелется. И из-за этих различий, из-за того, что один в одном случае ток уходит в ноль резко, а в другом стелется, как раз происходит то, что крутизна у туннельного транзистора будет больше, чем у транзистора с управляемой высотой барьера. Вот ту же самую штуку можно перерисовать в логарифмическом масштабе, чтобы было видно изменение крутизны логарифм тока в зависимости от напряжения на затворе. В одном случае, в случае обычного MOSFET, он будет примерно таким, а в случае туннельного транзистора он будет примерно таким. То есть в состояниях, близких к выключенному, в те моменты, когда транзистор выключается, у MOSFET ток идет в ноль по экспоненциальному закону, а у туннельного транзистора он идет по закону степенному и устремляется ровно в ноль, что выражается в, ну, в математическом смысле в бесконечной логарифмической производной сток-затворной характеристики. Ну и теперь, если мы выберем в качестве тока выключенного состояния вот эту точку, вот эту мы ее назовем мысленно как off, а в качестве тока включенного состояния мы назовем вот эту точку, то видно, что для транзистора с термоэмиссионным управлением нам необходимо достаточно большое напряжение включения для MOSFET, и для туннельного транзистора нам необходимо совершенно
маленькое напряжение включения. Дельта G. Вот, собственно, и принцип. Вообще, чтобы на некоторое время отвлечься от зонных диаграмм, от энергетической возможности туннелирования, можно представить себе такую механическую аналогию для туннельного транзистора. Вы, наверное, знаете, что в начале 20 века, в конце 19-го были такие электромеханические реле. Ну, все даже пользовались такими механическими ключами на лабораторных работах по общей физике. И в нем как бы нет механического контакта. И нет тока, строго тока нет. Потом вы в механический контакт приводите два проводника, ток возникает. Так вот, как раз происходит переключение между нулем и конечным значением тока почти сразу, благодаря механическому контакту в реальном пространстве. А здесь контакт происходит в пространстве энергии. То есть ток может пойти из валентной зоны в зону проводимости, но только в том случае, если в пространстве энергии эти две зоны перекрываются. Когда есть контакт в пространстве энергии, есть перекрытие, то ток пойдет конечной величины. А если нет контакта, то он исчезнет. Получается, что здесь туннельный транзистор, он как электромеханическое реле, электромеханический прерыватель, только в энергетическом пространстве. Вот. Есть какие-то вопросы предварительные по этому поводу? Не стесняйтесь. Окей, если нет, то, конечно же, стоит отметить, что напряжение, которое здесь необходимо для того, чтобы перевести транзистор из состояния выключенного во включенное, довольно большое. Оно порядка ширины запрещенной зоны, но его всегда можно изменить, просто добавив некоторое слабое P-легирование в канал. То есть можно сделать в состоянии выключенном зонную диаграмму примерно такого типа. Извините, слабое N-легирование. В чем здесь отличие от прошлого случая? Что канал является не нейтральным, а его чуть-чуть подлигируют донорами для того, чтобы уровень Ферми подтянуть к краю зоны проводимости. Ну и вы теперь уже видите, что в отличие от транзистора с нелегированным каналом, где зону нужно было сместить вот настолько, чтобы открыть, здесь уже нужно сместить ее всего лишь вот на столько. То есть благодаря небольшому подлигированию канала можно уменьшить напряжение включения туннельного транзистора. Ну и вообще можно мысленно гипертрофировать эту ситуацию и сделать здесь легирование почти такое же, как в контакте, для того, чтобы напряжение осталось очень малым. Вот. Теперь, наверное, у нас время для того, чтобы посчитать вольтамперную характеристику этого транзистора. У нас мы даже очень хорошо и уверенно движемся. Да. Вообще, здесь нужно, чтобы... На самом деле, тут есть компромиссы некоторые, связанные с легированием. То есть, они относятся к чистоте структуры. Сейчас я постараюсь объяснить. В принципе, да, хотелось бы легировать канал достаточно сильно и, может быть, так, чтобы напряжение включения было близким к нулю. Но всегда легирование в канале, оно вносит, ну, можно сказать, некоторую грязь, некоторые дефектные уровни. И туннелирование по
вместо того, чтобы зонная структура была плоской, она реально в присутствии примесей получается, ну, некоторый случайный, флуктуирующий и волнистый. И если мы сильно лигируем канал, то величина этих волнений будет достаточно велика. И вот смотрите, мы вроде бы, вот эта вот сплошная линия, транзистор выключен. Но нет, он оказывается реально не выключен. Электрон может прыгнуть отсюда сюда и дальше вот поскакать по этим примесным состояниям. То есть это причина компромисса в силе лигирования, она состоит в том, что если мы сделаем лигирование слабым, то у нас пороговое напряжение будет большим, а если мы лигирование сделаем слишком сильным, то канал у нас окажется грязным, и в состоянии номинально закрытом у нас возникнут токи утечки, связанные с прыжковой проводимостью. Вот, то есть где-то посередине там есть оптимум. Так же, как канал делать нельзя. Хорошо, пауза нам нужна небольшая или мы продолжим? Нужна? Ну хорошо, давайте коротко. Хорошо, давайте продолжим. Сейчас наша задача будет состоять в расчете сток-затворной характеристики такого туннельного транзистора. И основной вопрос, на который мы пытаемся ответить, а вот какой закон, по которому растет ток, как функция перекрытия зон, когда транзистор только открывается. И заодно мы постараемся узнать важную штуку, как считать вероятность туннелирования в полупроводниках. Здесь, на самом деле, мы сейчас из зонной диаграммы понимаем, что область вблизи стока нам не очень интересна для понимания функционирования транзистора в почти выключенном состоянии. То есть нас интересовать будет только вот эта вот часть, поэтому мы ее мысленно увеличим. Она будет у нас самая важная для расчета сток-затворной характеристики. Здесь у нас уровень Ферми находится где-то близко очень к валентной зоне. Уровень Ферми в истоке F-Source. Здесь он у нас находится, ну, где-то уже в зоне запрещенной F-Drain. И эти состояния у нас все в валентной зоне с хорошей точностью заполнены. Туннелирование будет идти отсюда сюда. Нам понадобится обозначение край валентной зоны здесь и край зоны проводимости здесь. Сейчас я постараюсь донести до вас общий метод расчета токов, который связан не с рассеянием носителей там, на примесях, на фанонах, а с преодолением барьера. Вот здесь самое узкое место – это барьер, и поэтому ток будет ограничиваться именно им. Ну, что такое ток? Это средняя скорость электронов, причем среднее нужно брать по фазовому пространству. То есть нужно интегрировать по пространству импульсов. dp на 2pH в степени размерность канала. Мы, кстати, попробуем в одном флаконе покрыть сразу в случае транзистора с трехмерными контактами, с двумерными, одномерными. Поэтому я пишу формулу для произвольных размерностей d, единичка, двойка или тройка. Усредняемая величина – это электронная скорость, и усредняем мы ее с функцией распределения. Функция распределения в истоке у нас зависит от импульса, и она дает прямой поток электронов, который движется слева направо. Этот ток мы будем считать условно положительным. А все-таки существует и обратный поток, который движется из drain в source, и ток, который создается электронами обратно летящими, он против оси x, соответственно, мы будем здесь ставить знак минус. Вот. Эта формула, ну, здесь, строго говоря, нужно поставить вектор плотности тока J.
Но для нас это будет вскоре безразлично. Мы знаем, что ток течет у нас по направлению оси X в этом случае. Эта формула на самом деле является основной расчетной формулой для вольтамперных характеристик любых баллистических структур. То есть для расчета тока, который ограничен либо преодолением туннельного барьера, либо преодолением термоэмиссионного барьера. Ну и на самом деле я здесь самую важную эту часть забыл. Должна быть, это такой был бы ток, если бы у нас барьер был идеально проницаем. А барьер у нас обладает конечной прозрачностью, которую мы обозначим буковкой D, которая тоже, в принципе, зависит от импульса. Вот. Формула, на самом деле, строго выводится. И выводится она почти так же, как в молекулярной физике, когда рассматривается число молекул, пролетающих через маленькое отверстие в стеночке. То есть считается поток молекул или через маленькое отверстие между двумя сосудами в молекулярном режиме течения. Сколько-то молекул ударяется слева, сколько-то молекул ударяется справа, и они, их потоки взаимно вычитаются. То же самое здесь и в электронике. Есть какие-то вопросы или непонятки по поводу этой формулы? Вот. То есть здесь у нас получается на самом деле два строительных блока, чтобы все нормально вычислить. Нужно сначала посчитать, как зависит вероятность туннелирования квантово-механическое от импульса и энергии электрона, а потом ее усреднить по импульсам. Я сразу вот с этой частью поиграю немного. Она должна быть преобразована к удобному виду. Мы знаем, что скорость в направлении оси X – это не что иное, как производная энергии электрона по импульсу X-овому. Это легко проверить, допустим, для случая параболической дисперсии, когда энергия – это P квадрат на 2m, а скорость – это не что иное, как импульс поделить на массу. Скорость – это производная энергии по импульсу. Но реально эта формула более общая, она относится не только к параболической дисперсии, она относится к любым зависимостям энергии от импульса и в реальности представляет собой одно из уравнений Гамильтона для движения частицы. Так вот, эту скорость нам нужно помножить на дифференциал объема фазового пространства d. Для трехмерного фазового пространства это dpx, dpy, dpz. Так вот, дифференциал объема по оси x у нас реально вылетает. И это очень хорошо и удобно. Сейчас объясню почему. Получается dE на dpy, dpz. Это хорошо и удобно, потому что мы преобразовали интеграл от интегрирования по всем трем импульсам к интегрированию по энергии и по двум компонентам импульса электрона, которые летят в ортогональных направлениях. Но когда электрон у нас заходит в область действия электрического поля, у него импульс PX меняется, потому что на него действуют силы. А импульсы PY и PZ у нас не меняются, они являются инвариантами. Они сохраняются при туннелировании, и поэтому по ним интегрировать достаточно удобно. Это все импульсы, которые я буду называть поперечными. Поперечными по отношению к вот этому направлению туннелирования. Тогда прозрачность, как мы знаем из одномерной квантовой механики, она зависит от импульса электрона в направлении барьера, от импульса PX. Но PX, в свою очередь, может быть выражен через полную энергию и импульсы поперечные. Поэтому мы можем переписать прозрачность всегда как функцию энергии и поперечного импульса. А вот функции распределения в состояниях близких к равновесным, они зависят только от энергии. И поэтому формулу можно далее чуть-чуть причесать, разделить интегрирование
куда бы мне переписать, вот здесь, элементарный заряд на интеграл по энергии, деленный на 2π в степени d, разность функций распределения в истоке и в стоке, и умножаем на оставшийся интеграл по поперечным импульсам dpy, dpz от прозрачности. Выглядит для начала страшно, но мы потом сделаем некоторые упрощающие предположения. У нас окажется, что прозрачность сама не зависит от энергии и зависит от поперечного импульса очень примитивным образом. А потом мы еще примем предположение, что все состояния в валентной зоне истока у нас заполнены, здесь все состояния пусты, поэтому у нас эта разность обратится в единичку. Поэтому вычисление мы сможем сделать фактически до конца, несмотря на то, что формулы выглядят для начала страшновато. Первый блок, который нам нужно сделать, это рассчитать вероятность туннелирования электрона через барьер, который он видит на своем пути, когда путешествует из валентной зоны в зону проводимости. То есть вот по такому пути, какова у него вероятность прохождения. Кто-нибудь знает, какие там идеи, формулы из квантовой механики можно применить для этой цели? Вот электрон с энергией E в потенциале U равно минус EFX, где F – это field, напряженность электрического поля. Может быть, квазиклассическое приближение попробовать применить? Давайте попробуем, отличная идея. По квазиклассическому приближению вероятность туннелирования – это экспонента в степени минус 2 поделить на H, интеграл от мнимой части импульса по координате. Теперь нам нужно рассчитать мнимую часть импульса. И вот все привыкли обычно здесь записывать корень из двух масс на потенциальную энергию минус кинетическую. Но вы пока не пишите, потому что в полупроводниках случай более интересный. Вот это такая запись, она верна для электронов в вакууме, который, по сути, живет, вот какой-то потенциал U, который живет в одной зоне. То есть он живет только в состояниях выше определенного дна зоны. Это формула для свободных электронов в вакууме, причем нерелятивистских. А в полупроводниках ситуация интереснее. Электрон, он может жить как выше некоторого уровня, который называется краем зоны проводимости, так и ниже некоторого уровня, который называется потолком валентной зоны. То есть для него, для электрона в полупроводнике разрешены состояния как с большой энергией, так и с малой энергией. И вот это надо как-то нам отразить в квазиклассических формулах. Вот смотрите, здесь чем ниже энергия электрона, тем или чем выше барьер, чем он глубже под барьером, тем запрещеннее наше состояние. То есть у нас чем больше энергия сверху, тем состояние разрешеннее, чем она ниже, тем запрещеннее. А в полупроводнике должно быть интересней. Вот здесь должно быть разрешено, здесь запрещено, а здесь снова разрешено. Можно как-то модифицировать нам связь энергии и импульса, чтобы как высокие состояния были разрешенными, так и низкие. На самом деле, ну, я вижу, так это ступор, все волнуются. На самом деле идея может быть взята из релятивистской квантовой механики. Я предлагаю записать связь энергии и импульса для электронов в полупроводнике в следующем пробном виде. Энергия равна плюс-минус корень из
P квадрат V0 квадрат плюс половинка запрещенной зоны в квадрате. Как будет выглядеть график этой зависимости? Он будет выглядеть замечательным образом. Энергия, импульс здесь разрешено. Здесь разрешено. Здесь энергия плюс пол запрещенной зоны. Здесь минус пол запрещенной зоны. И здесь параболическая дисперсия, здесь асимптотически линейная. Это почти то же самое, как у свободных электронов в вакууме, только вместо скорости света некоторая величина с размерностью скорости V0, а вместо mc квадрата пол запрещенной зоны. Почему мы такую формулу хотим применить для энергии вместо E равно P квадрат на 2m? Потому что она правильно описывает наличие зоны проводимости и валентной зоны. И мы надеемся, что она будет правильно описывать и поведение между ними, когда электрон будет туннелировать из одной зоны в другую. Реально, вот эта формула, она не является догадкой. Она строго выводится в так называемом КП-методе для зонной структуры. Впервые она называлась как модель Кейна, была сформулирована где-то в 50-е годы 20 века. И в этой модели даже строго выводится гамильтониан полупроводника размерностью 2 на 2, две компоненты берутся, потому что электрон может быть в зоне проводимости, либо в зоне валентной. Мы эту формулу постулируем для полупроводников, хотя вы знаете, что для релятивистских электронов в вакууме она выводится. Вот. Теперь, когда мы добавляем внешнее поле к электрону, то оно просто добавляется в виде потенциальной энергии. Минус EFX. И, соответственно, можно отсюда выразить зависимость импульса от энергии, которая нам нужна будет потом для квазиклассической формулы. Импульс получается равным единице поделить на характерную скорость V0 умножить на квадратный корень из энергия плюс потенциальная энергия в электрическом поле минус половинка запрещенной зоны, все в квадрате. Вот. Вместо вот такого нам, строго говоря, нужно подставить вот такое. И так будет более правильно. Это будет отражать то, что состояние вблизи начала туннельного пути почти разрешены. Здесь они почти разрешены, а в середине запрещенной зоны сильно запрещены. Еще одно наблюдение, которое нам поможет для расчетов, оно связано с тем, что в однородном поле у нас вероятность туннелирования не должна зависеть от энергии. То есть, если мы теперь сделаем поле однородным бесконечно далеко, то вы видите, вот туннелирует электрон с большой энергией, и туннелирует электрон с малой энергией. Он проходит в запрещенной зоне один и тот же путь. Просто классические точки перехода у нас смещаются, но они смещаются синхронным образом, так что итоговая вероятность туннелирования остается постоянной. И поэтому для упрощения расчетов я могу положить энергию равным нулем, и считая, а сама туннельная прозрачность получится не зависящая от энергии, так и должно быть. Тогда мнимая часть импульса, она будет вычисляться элементарно. Imaginary P это в запрещенной зоне, когда у нас электрон находится под уровнем EG пополам, выражение под корнем является отрицательным, сам импульс является мнимым, а его мнимая часть будет равна просто единице поделить на характерную скорость корень из половинки запрещенной зоны
в квадрате минус EFX в квадрате. Все, для вычисления прозрачности у нас остается вычислить интеграл от мнимой части импульса, которую я посчитал по координате dx от, между двумя классическими точками поворота. Классические точки поворота – это там, где импульс обращается в ноль. Они равны плюс-минус половинка запрещенной зоны поделить на EF. Вот. Вычисление на самом деле простое этого интеграла. Вы можете, если пристально вглядываетесь в это уравнение, вы видите, что это уравнение верхней дуги окружности. Ну, корень из квадрата радиуса минус квадрат координаты. Соответственно, вычисление этого интеграла – это все равно, что вычисление площади полукруга. Но я его вычислил с утра дома. Поэтому я его подгляжу. В итоге вероятность туннелирования получается равна экспоненте в степени минус π на запрещенная зона в квадрате поделить на 4 h v0 EF. И она не зависит от энергии. Это очень хорошо и красиво. Единственное, что нам остается здесь сделать, чтобы выразить ее через совсем наблюдаемые величины, запрещенную зону и эффективную массу, мы должны вот эту вот величину V0 как-то привязать к эффективной массе. Это делается очень просто. Нужно вот такое вот выражение, полный закон дисперсии, разложить по Тейлору в окрестности края зоны проводимости и представить его в виде как половинка запрещенной зоны плюс p квадрат на 2m со звездочкой. И из сопоставления такого выражения разложенного и формы p квадрат на 2m со звездочкой у нас получится выражение для связи эффективной массы и V0. Оно на самом деле элементарное. M V0 квадрат равно EG пополам, как прямо в релятивизме. MC квадрат – это разница, половина разницы энергии между электронными и позитронными состояниями. Вот, соответственно, характерная скорость электронов V0 – это корень из запрещенной зоны делить на две массы. Да, все правильно. Тогда выражение для вероятности туннелирования, записанное вообще в наблюдаемых величинах, в терминах массы и запрещенной зоны, будет иметь вид экспонента в степени минус π на 4, корень из двух эффективных масс на запрещенную зону в кубе, и здесь будет EHF. Вот. Это итоговое выражение, которое мы потом подставим в расчетную формулу для тока. Оно, кстати, у нас получилось хорошим, оно ни от чего не зависит, ни от импульсов, ни от энергии. Поэтому оно в итоге пронесется просто за знак интеграла. Вот если кто-то внимательно там на квантах слушал предыдущие курсы типа вакуумной электроники, то там была похожая формула, она называлась формула Фаулера-Нардгейма для автоэмиссии, тоже там для туннелирования через такой же треугольный барьер, но у нее коэффициент здесь получался другой. То есть там тоже была зависимость от высоты барьера в степени 3 вторых и от поля как единиц на f. Но здесь у нас получился коэффициентик π на 4, а там он был 4 трети. И вот эта вот разница коэффициентов связана с тем, что принципиально в полупроводнике у нас есть две зоны. И такую старую формулу Фаулера-Нардгейма здесь было бы неправомерно применять.
хотя она отличается здесь только коэффициентом. Но причем довольно сурово так отличается. Окей. Здесь, кстати, видно, что в туннельном транзисторе есть еще одна ручка для управления током, ну, еще один повод управлять током, что напряженность поля, в принципе, зависит от напряжения на затворе. То есть она является функцией от V-gate. Ну, действительно, когда мы напряжение на затворе практически отсутствует, то поле у нас плавное. Когда напряжение на затворе присутствует, то поле у нас большое. Но на самом деле это не основная причина для управления током в транзисторе. Основная причина – это либо есть перекрытие по энергии между зонами, либо его нет. А на этих масштабах туннельная вероятность, оказывается, меняется уже не очень сильно. Вот. Тогда у нас остается, давайте эту величину вообще обозначим как D0. Вероятность туннелирования, а 0 это будет символизировать то, что она ни от чего не зависит. И перепишем получающуюся формулу для тока в очень простом виде. Ток – это элементарный заряд на 2πh в степени размерность пространства на интеграл по энергиям от разности функции распределения в истоке и в стоке. Вероятность туннелирования ни от чего не зависит, я ее выношу. И здесь получается интеграл по поперечным импульсам. Давайте я теперь для ясности уже распишу в разных размерностях. Либо по dpy, dpz в 3D, либо по dpy в 2D, либо ничего нет в одномерии. 3D, 2D, 1D. И теперь вот я поясню нашу дальнейшую цель. Мы одну мини-цель сейчас выполнили. Мы научились, как считать туннелирование в полупроводниках и как одновременно описывать поведение электронов в зоне валентной и в зоне проводимости. А сейчас у нас будет вторая мини-цель. Мы выявим, как ток зависит от перекрытия зон над порогом. И еще очень важно, мы выявим влияние размерности канала на то, как быстро этот транзистор переключается. То есть мы постараемся понять, в чем будет разница, если транзистор сделан, допустим, на основе объемного кремния, либо если он сделан на основе двумерной системы, типа квантовая яма в A3B5, либо если он сделан на основе там нанотрубки с запрещенной зоной. То есть в структурах разной размерности будет разная функциональная зависимость от перекрытия зон. Самое время здесь определиться с пределами интегрирования. По энергиям у нас возможны переходы только вот в этом энергетическом окошке. Соответственно, мы будем интегрировать здесь от ЕС, от края зоны проводимости в канале, до ЕВ, до потолка валентной зоны в истоке. Теперь по импульсам. В трехмерии удобно ввести полярные координаты в плоскости Y и Z и перейти к интегрированию по модулю поперечного импульса. Здесь я запишу как 2π, p поперечное, dp поперечное. Возникает вопрос, какое максимальное значение может принимать поперечный импульс электрона при данной энергии? Ответ на него получается просто, если мы распишем энергию как продольную часть плюс поперечную часть. Поперечный импульс максимален, когда продольный стремится к нулю, и он равен просто корню из 2ME. То есть P поперечный будет максимален и равен корню из 2ME.
Это максимальное значение, которое может принимать поперечный импульс электрона при данной энергии. Здесь, правда, нам нужно учесть еще выбор начала отчета. Энергию мы отсчитываем либо от края зоны проводимости для электронов зоны проводимости, либо мы вообще должны инвертировать знак и отсчитывать ее в обратную сторону для электронов в зоне валентности. Вот, то есть такое максимальное значение поперечного импульса в зоне проводимости, такое максимальное значение поперечного импульса в валентной зоне. Электрон должен сначала быть в валентной зоне, а потом оказаться в зоне проводимости. Значит, его поперечный импульс должен быть одновременно меньше, чем минимальный из этих двух пределов. То есть P поперечное максимальное определяется минимум из двух величин, корень из 2m e минус ec, корень из 2m e v минус e. И это физически означает, что электрон должен сначала находиться в одной зоне, а потом свободно перейти в другую зону. Ну вот, интегралы-то легко считаются, особенно внутренний. Это просто алгебраическая степенная функция. И здесь получается степени d в случае трехмерия. Напоминайте мне, интеграл pdp. Это что такое? Отлично. Это пи, p поперечное, максимальное в квадрате. Ну, да, двойка у нас съелась. В случае 2D это просто p поперечное, максимальное. А в случае 1D вообще интегрировать ничего не надо было. Ну, то есть единица относилась ко всему. Размерности мы видим, кстати, разные для плотности тока в трехмерии, двумерии, одномерии. Разные степени импульса, разные степени H, но это нормально, потому что в трехмерии ток измеряет, плотность тока это ампер на квадратный метр, в двумерии это ампер на метр, а в трехмерии это просто ампер. И это как раз у нас все здесь отражено. Тогда следующее упрощение. Мы считали, что все состояния в истоке в зоне валентности у нас заполнены, в зоне проводимости у нас заняты. Соответственно, разность fs минус fd у нас просто единичка. Тогда остается вычисление следующего элементарного интеграла. 2ph степени размерность на от края зоны одного до другого по энергиям от следующих величин. 2πm на минимум от e минус ec ev минус e это в 3d, либо на корень из 2m на минимум из e минус ec в степени 1 вторая ev минус e в степени 1 вторая. А в случае 1d ничего не надо считать. Ну, графически, если изобразить эти интегралы, что это значит? Посчитать интеграл от минимума из двух линейных функций от края до края. Это, по сути, посчитать площадь вот такого домика. F от E, E здесь
зона проводимости, здесь зона валентная. Вот такой домик нужно посчитать в случае первом, а в случае втором нужно посчитать домик под двумя корневыми функциями. Вот. Ну, считается все элементарно, особенно с помощью программ. Поэтому я запишу ответ, который мы как раз будем анализировать. Но, кстати, давайте, прежде чем считать, я по интуиции вас спрошу. Как вам кажется, в какой размерности у нас зависимость тока в туннельном транзисторе от перекрытия зон будет наиболее резкой? В 3D, в 2D или в 1D? То есть, что мы хотим, что мы изначально-то хотели? Мы хотели, чтобы только чуть-чуть смыкаем зоны, и туннелирование сразу очень резко начинается. Вот, ну, чтобы маленьким управляющим напряжением резко изменять ток. Хорошо, ну давайте, кто это, голосовалка, кто за 3D? В 3D, 3D такое большое, в нем много тока. Кто за 2D? Есть кто-то за двумерие? Никто не болеет за двумерности. Ладно, а за одномерие есть кто-то, кто уверен? Хорошо. Ну, конечно, это у нас подтвердится сейчас. То есть я... Окей, ответ. Элементарный заряд на вероятность туннелирования на 2 pH в степени размерность пространства. А здесь получается PM поделить на 4. EC минус EV. EC минус EV, это, напоминаю, ширина перекрытие зон, расстояние, вот это вот окошко, в котором возможно туннелирование. Здесь EV, здесь EC. Вот здесь частицы у нас летят. Здесь 4 трети масса в степени 1 вторая. EC минус EV в степени 3 вторых. И здесь просто в одномерии EC минус EV. Три функции у нас получилось. Все три степенные, но с разным показателем степени. В трехмерии транзистор открывается по квадратичному закону над порогом. В двумерии по закону трех вторых. И в одномерии по линейному закону. Можно, ну, если рисовать реально графики этих функций, то вот так будет в 1D. Вот это ток от перекрытия зон. Простите, тут если со знаками аккуратно, то, конечно же, валентная зона лежит выше. EV минус EC, EV минус EC. От перекрытия зон EV минус EC. В одномерии зависимость линейная, здесь она в двумерии по закону трех вторых, и в трехмерии она по параболическому закону. Я иногда сам путаюсь с этим, казалось бы, парабола самая быстрая функция, но она самая быстрая при x, стремящемся к бесконечности, а наоборот, при малых x парабола, она самая низкая, и линейная функция самая высокая. Поэтому быстрее всего ток реагирует на перекрытие зон в одномерных системах, чуть медленнее в двумерных и еще медленнее в трехмерных. Это можно дополнительно объяснить с помощью аргументов плотности состояний. Вообще даже до расчетов вот по таким формулам была теория Эсаки. Эсаки — это был японский физик, который придумал туннельный диод, который считал, что туннельный ток пропорционален произведению плотностей состояний в стоке и в истоке умножить на туннельную вероятность. Так вот, если вспомнить, как зависит плотность состояний от энергии в трехмерии, то это будет довольно плавная функция. Я вот здесь одновременно на этом графике постараюсь нарисовать вам density of states как функцию энергии. В
зоне проводимости в трехмерии это корень из энергии. Ну, вы знаете, что в трехмерии плотность состояния она пропорциональна корню из энергии, отсчитанной от края зоны. И в валентной зоне тоже зависимость корневая. В двумерии плотность состояний является ступенчатой функцией, кусочно-константой. И поэтому в двумерии будут перекрываться две ступеньки. И, наконец, в одномерии плотность состояний у нас имеет сингулярность при приближении к краю зоны. Density of states в 1D пропорционально единице на корень из энергии, отсчитанной от края зоны. И в трехмерии я вынужден нарисовать такую картинку, как одна сингулярность накладывается на другую сингулярность. Ну и теперь вы здесь все эти правила, которые мы вывели, видите глазами. Если мы совмещаем две корневые функции, то площадь их совмещения будет сначала нулем и будет расти очень медленно. Если мы совмещаем две ступеньки, то сразу довольно-таки получается большая площадь в совмещении. И если мы соединяем две функции сингулярные своими торцами, то из-за наличия сингулярности вблизи краю зоны сразу у нас получается большая площадь пересечения этих кривых. И, соответственно, сразу большая плотность электрического тока. У нас все сейчас, звонок был? Ну, хорошо. На картинке мы посмотреть не особо успели, хотя давайте посмотрим чуть-чуть. Я прямо это... Да. Плотность состояний появляется автоматически из-за интегрирования по фазовому пространству. То есть плотность состояний – это просто способ преобразования от dpx, dpy, dpz к dE. И мы это преобразование сделали явно. Нам не нужно его делать второй раз. Так. Я на самом деле просто хотел показать. Это касается... Ну, этот слайд мы уже видели. Логарифм тока от напряжения на затворе. Что в туннельном транзисторе зависимость является более крутой, чем в кремниевом транзисторе. Здесь как раз иллюстрация перекрытия плотностей и состояний. Интересно, что для достижения сильного туннелирования нужны большие поля. Мы вот не приводили оценку этой туннельной экспоненты, но чтобы туннельная экспонента стала порядка 0,1, нужно критическое поле порядка 2^10 вольт на сантиметр в кремнии и где-то на порядок меньше в Германии. Из-за этого нужно создавать очень резкие PN-переходы, чтобы реально достигать туннелирования. Вот эта вот картинка обзорная из статьи, она довольно запутанная, но что в ней видно? Это по вертикальной оси отложено напряжение переключения, сколько милливольт нужно подать на затвор, чтобы изменить ток на порядок. И 60 – это фундаментальный предел, который для обычных транзисторов. И вот несколько структур, которые имеют меньшее напряжение переключения на основе разных материалов. Вы видите здесь silicon germanium с кремний Германии, просто кремний. И вот в правом нижнем углу такой рекордный есть транзистор, который одновременно и с большим током, drain current по оси X, и с малым напряжением переключения на основе структуры индиоарсенид кремний. Это реально нанопровод из материала от RIBO-5, у которого объемный контакт на основе кремния. Здесь похожая картинка – это сток-затворные характеристики в зависимости от приложенного напряжения. Как я вам уже говорил, они линейны в логарифмическом масштабе в окрестности выключение. Две линии синие штриховые – это типичные транзисторы MOSFET для интегральных схем. Одни из них хороши для высокого быстродействия, другие хороши для низкой мощности. А туннельные транзисторы, они все лежат ниже,
у них токи поменьше, потому что туннелирование все-таки требует преодоления барьера. Но крутизна характеристики, наклон этой характеристики у них значительно больше может быть. И вот здесь это один из недавних обзоров. Здесь показаны характеристики туннельных транзисторов, которые получены разными группами. Здесь материал, channel material, потом напряжение, при котором проводилось измерение на стоке, минимальное значение напряжения переключения в милливольтах на декаду, и потом среднее на 3 порядка тока и на 4 порядка тока. И вот здесь я рассматривать ее, конечно, можно долго, но я отмечу, что в эту таблицу в основном попадают материалы либо с одномерными каналами, либо с двумерными. Ну, причем двумерный он такой некоторый экзотический транзистор. Это как раз подтверждает наш тезис о том, что в низкоразмерных системах переключение тока как функции перекрытия зон происходит более резким образом, чем в системах объемных. Наверное, на этом хватит, у меня там еще были слайды, но мы вместо этого научились считать, так что я считаю, достойная довольно-таки замена. Можете задать вопросы какие-нибудь. Да. Это связано с тем, что, во-первых, им нужно преодолеть проблему воспроизводимости, потому что, с одной стороны, нам нужно сильно лигировать PN-переход, чтобы сделать его резким. С другой стороны, сильное лигирование, сильные флуктуации количества примесей. Получается значительный разброс характеристик от одного прибора к другому. Сделать туннельный транзистор воспроизводимыми – это одна из ключевых задач. А второе, это у них ток открытого состояния относительно маленький. Да, действительно, они хорошо справляются с задачами типа low power, низкое энергопотребление. Но поддержать скорость переключения на высоком уровне не все могут. Отдельный транзистор переключается быстро. Мы, конечно, просто подали напряжение на затвор, совместили зоны. Положениями зон мы управляем быстро. Но теперь следующий этап. Этот транзистор своим током должен зарядить затвор следующего транзистора. А ток-то у него маленький, соответственно, это будет зарядка происходить долго. Получается, быстродействие отдельного туннельного транзистора может быть высоким, но быстродействие целой схемы, каскада соединенных транзисторов, оказывается мало. И получается, состоит вызов в том, чтобы найти материалы одновременно оставить высокую крутизну переключения и ток сделать снова большим. Вот, это остающиеся вызовы. Ну, это скорее вопрос к экономистам. То есть, каким образом убедить потом уже вот эти вот кремниевые фабрики, foundries, чтобы они перешли на новую технологию. Скорее уж у каждой кремниевой вот этой foundry есть свое подразделение исследовательское, которая им что-то насоветует, и они внутри себя постепенно начнут это внедрять. Наверное, так это будет происходить. Но это уже не к физикам вопрос, это действительно к экономистам. Вот. Хорошо. Наверное, все.